Ага, все, запись пошла, я вас приветствую, я вас поздравляю с концом осени, сразу скажу, я небольшой фанат Хэллоуина, вообще мы не отмечаем, и дети мои тоже никогда не отмечали, потому что они ходили в католическую школу, а католические школы и вообще религиозные школы не поддерживают эти сатанинские праздники, надо сказать, что этот праздник нам пришел из Америки, мне кажется, это просто стало частью маркетинга, для того, чтобы были продажи, было чем заполнять витрины и промоутить оранжевый цвет. Оранжевый я очень люблю, надеюсь, и вы очень любите оранжевый, поэтому сегодня у нас несколько оранжевых иллюстраций со смешными пагами. Привет, Ларис, привет, Лен, привет, Марточка, привет, Ириша. А я вас приглашаю немножечко пошалить с акварелью и постараться создать быстрый забавный скетч с этими двумя пагами, метлами и тыквами, которые звонят кому-то в дверь и попрошайничают. У меня никогда не было пага, но эти смешные собаки меня всегда забавляли своим таким, ну не знаю, они эстетически смешные, мне кажется, сами по себе, как комические персонажи. А давайте их и накидаем, как будто мы их видим в глазок двери, поэтому всегда, как всегда, моя любимая композиция в круг, я даже думала, что именно поэтому она меня, наверное, и привлекла, что она в круг. Я постараюсь очень быстро, легко накидать этот рисунок, а потом быстро, легко его заакварелить. Надеюсь, у вас появится такое же желание, а поскольку чуть-чуть попозже мы вместе с моим акварельным клубом займемся скетчингом сегодня, так что, девчонки, те, кто на курсе, не расслабляйтесь, это у нас такая будет с вами разминочка, а потом все самое интересное у нас сегодня в нашем акварельном сообществе. Итак, поехали, эту разминку проведем. Я переключаюсь на стол, я вас всех люблю, обнимаю. Вы меня не увидите, но увидите мой оранжевый маникюр. Сразу прошу прощения. Для меня это не свойственно, но так случилось. Маникюрша была не в духе. Итак, поехали на стол. Я сейчас постараюсь переключить камеру. Не хочет. Сейчас, секунду. Ага. Вот, переключилась. Итак, я взяла самую обычную тарелку. И на ней и нарисовала круг. Чуть-чуть повыше, чтобы вам видно было, что будет происходить. Итак, любую тарелку обвели круг. Дальше мы смотрим на нашу иллюстрацию. У меня их два, они очень смешные. Один вот с такой мордой, приближенный, а второй вот с такой. Немножко в наклоне голова и вот этот пак поближе. То есть головы чуть-чуть по-разному расположены. Вы можете их и совместить. Я возьму, наверное, вот эту. Мне нравится, что они тут соединены шляпками. За дальний план рисовать вот эти дома не обязательно. Главное создать ощущение вот этого искаженного рыбьего глаза. Всем привет, всех приветствую. Итак, поехали. Сначала накидаем рисунок. А дальше как пойдет. Я предполагаю, что мне важно, чтобы были большие довольно головы, потому что мне это смешно и весело. Я приблизительно сначала накидываю. Тут у них такие носы смешнучие. Одну голову. Даже если вы чуть-чуть выбьетесь из пропорции, не страшно, потому что тут как бы рыбий глаз этот, и тут можно очень даже с этим делом язык тут у него, маленький подбородок, у них очень большие глаза. Смешнучие такие брови, хмурые тут. Ботокс по ним плакал. Складочки, щечки. Он такой подошел, смотрит в глазок. Интересно, на каком расстоянии глазок, что получилась такая собака.
хотите, можно даже загнуть этот смешной очень колпачок. А тут вот у него тыква. Лапа. Что-то я размахала его, да? Это я называю в миниатюре работаю. Ну и ладно. Тут у него есть метла, но мне как бы хотелось даже метлу сюда куда-то запустить. Ну, посмотрим. Итак, один готов. Пошел второй. Смешное. Может быть, мне надо было побольше круп взять? Уж не мелочиться с этим делом. У меня есть побольше тарелка. Это всегда тоже решение. Один может даже и не влезть, если хотите. I'm streaming. Yeah. I love you. Да. Домашние уже возвращаются все со своих работ. И дел. Он сюда вместится, у меня такой. Сейчас, секунду, это моя собака очень любит Эндрю, поэтому он сейчас полает и успокоится. У кого-то, может быть, есть паги, и захочется кому-то тоже таких пагов нарисовать. Двух бандитов. Потешные. Не маленькие, но любименькие. Ладно, что-то я размахала. Хотела маленьких. Вчера я нарисовала малюсенький рисунок для ребенка. А сегодня у меня малюсенький не получился. Ну, хотелось мне именно маленький, только потому, чтобы быстрее его нарисовать. Ну, ладно. Буду хулиганить с тем, что есть. Так. Если помните, несколько лет назад мы с вами рисовали очень прикольную, по-моему, иллюстрацию с летучей мышкой, которая сидела. На тыкве, по-моему. И пила тыквенный сок. Вот такие у меня получились разбойники. Надеюсь, вас заразит такая идея. Я просто очень нагло, хитро и накидала эти мордочки. Вот колпаки можно даже и загнуть куда-то, если хотите, один на другой.
Там у них, кстати, еще ушки торчат. Я их не увидела сразу, но они есть. Такие у них ушки, как пелемешки. Вот так. Ну что, всем привет, ребята, девчонки, как я рада вас видеть. Надеюсь, ваша осень такая же яркая и невероятно сочная, как и моя. Я беру большую банку с водой. И сейчас махну тут несколько пятен, а потом веду графики. Обязательно салфетку. Возьму даже так, сейчас сделаем. Начну со светлого, а светлое это у меня паги. Я рисую, но для себя недавно открыла эту бумагу. Она недорогая, ее не жалко. И она, в принципе, неплохо себя ведет как по мокрому, так и по сухому. Этому пагу тоже что-нибудь, каких-нибудь пару голубых пятен у носа дам. Такие разбойники. На самом деле, там, где у нас, ну, более темная история, например, шляпы, да, мы можем потом поверху писать, тут можно залезть на нее, не боявшись, не испугавшись этого дела. Голубыми немножко сделаем носики сначала. Я пытаюсь просто быстро работать на самом деле. Не задумываясь сейчас о цвете, больше думая о тоне. Закрывая тон. Хочется чуть помельче кисточку взять. Возьму кругленькую. Можно уже глаза я не трогала. А, бумага у меня Баохонг. Я начала говорить и забыла закончить фразу. Отвлеклась на рисование. Должно получиться довольно скетчево. Не вырисовывайте детали, а так вот похулиганьте пятнами. По-моему, эти собаки, вообще все, что морщинистое, рисовать жутко приятно почему-то. Вот одно ухо мы сделаем синее. Коричневый и синий, любой, что у вас есть, сепия. Да не любая, жжёная, что там у вас есть, неважно. Главное тон. Цветами можно рисовать любыми. У меня сейчас довольно яркое настроение. Синий всегда классно будет смотреться с чем? С оранжевым. Бахнем сразу тень на шляпе.
мокро так вот растянем здесь. Какие-то складочки. Мы их потом тоже еще можем по сухому прописать. Так. Таким макаром смешным получится. Пока здесь все подсыхает. Смешные носи-пуси. Немножко розоватый язычок. Просто розовое пятно сюда положу. Такие гномы. И вот здесь сразу трону этим же цветом. Своих бандитов. Так, что, поехали дальше, еще раз коричневого. Носогубные складки. Носогубки. Смешные. How are you? It's okay. I won't be long. И вот здесь всякие тоже штучки.
Останьте пошалить носами. Хорошо бы заложить все пятна акварельно, а потом, если вы захотите добавить что-то туда еще и карандашом или маркером. У них смешные такие усы еще, да? Этому зеленоватые глаза сделаем. Посмотрите. Трик-о-трит. Сейчас у нас начнут ходить. У нас сегодня дети будут ходить. Я уже встретила на улице. Они идут готовые с родителями собирать сладости. У нас коробка уже у двери стоит сладостей. Я купила вчера специально. И они начнут ходить и собирать по всем домам. У нас довольно к этому все много очень хороших, ну, вот семейных на моей улице, многих детей еще, ну, и маленькие, и школьники. И чем позднее вечер, тем начинают ходить все более взрослые, взрослые подростки, и вообще надо аккуратно с этим очень. Не открывать дверь всем, кому попало, да? Тут будет метла, среди метлы там пусть еще про это шляпа. Пройдет. Вот такие хулиганы. Сейчас мы им тронем. Тут лапа. Тут лапа. И поехали. Ведем здесь метлу. Сейчас чуть-чуть подсохнет краска. И яркую тыкву. Можно так в мокрое прям вести какой-то. И потом я еще сделаю им глаза тут поверху. Вот такие разбойники. Так, ну этому тоже надо обязательно сделать.
Тыкву. Я ему метнул сюда вниз. Что-то у меня тут затекло. Ну ладно. Какую-нибудь красно-оранжевую там тень, можно фиолетовую впустить. И снова оранжевую. Если вы берете погуще краску, почти как гуашью, она не будет растекаться, да? Я-то как раз хочу, чтобы они где-то затеклись, эти цвета, друг в друга. Делаем ему поярче ленту здесь. Соответственно, глазки, ротики на этих тыквах вы прорисуете уже по-сухому, когда будет, ну, подсохшая акварель. И вот здесь можно будет спокойно сверху подрисовать эти глаза. Так, что нам осталось здесь сделать? Закрыть какие-то, может быть, детальки. Избавиться от ненужного белого цвета. Может быть, добавить какой-то пушистости этим смешным пагом. Можно даже оранжевые оттенки, тут вот, которые у вас были в тыкве, впустить и в пагов тоже. Останутся носы, носы, усы. Синий, коричневый, сепия, ну или что там у вас есть. Более, знаете, как уже графично так рисовать надо здесь. Ну, поскольку это такой момент работы быстрой зарисовки, здесь вот не надо копаться в деталях. Надо успеть ухватить самое важное.
кусочек краски попал на бумагу. Ну ладно, не буду поправлять. Потрепанная немножко получилась здесь у него метла. Ну, извините. Может быть, он долго ходил и попрошайничал. Даже метла у него истрепалась. Такие уличные музыканты. Ну что, остались глаза? Глаза можно и ручкой, и... Не знаю, чем вы решите. Хочется, чтобы блеск в глазах у них все-таки остался. Такая работка, не бей лежачего, ходить попрошайничать. Но им удается. Ухо здесь пусть блеснет. Насобы. Чуть-чуть с глазами хочется по-сухому. Ну, можете подождать, когда подсохнет, и пройтись карандашами. Такие злодейки. И, соответственно, вот эту часть... Не черным. Как я своей тыкве вырезала все зубы. Семья сказала, что мама, ты можешь быть дантистом. Такие зубы у меня получились у тыквы. Просто великолепные в этом году. Уже темнеет, не знаю, видно ли вам. Мне уже становится темновато. Я вас все равно призываю пошалить на
Нам бы лишь бы повод, я вам так скажу. Лишь бы был бы повод порисовать, неважно что, но что-нибудь отметим, нет? Вот такие хулиганистые, размашистые, веселые. Я не знаю, какие-то... Здесь вот белое это осталось, я, пожалуй, ее... Вот эта бляшка, она мне не нравится, что она белая. Я, пожалуй, просто какой-нибудь серенькой сделаю. Я надеюсь, что вам видно, что у меня тут получилось за это время. Глаза чуть-чуть подработать. Будет супер. А сейчас пойду обниму Эндрю и пойду в новый эфир с девчонками из курса. У нас сегодня замечательная идея. Иринка нам нашла референс. И мы будем сегодня рисовать потрясного гуся. Вот такие бандиты у меня получились. Мне будет, конечно же, приятно почитать ваши отзывы. Напишите, что думаете, что понравилось. Что рисуете, что бы хотелось нарисовать, не знаю. Напишите, чем заняты этой осенью, если не рисуете. Кто не рисует со мной в акварельном клубе, чем вы там заняты? А то мне хочется иллюзию вот этого глазка. Ой, сколько краски взяла. Краска мягкая, очень размоченная, хорошо берется на кисть, прям удовольствие рисовать. В общем, пришли такие, в глазок заглядывают, конфет дадите. По-хорошему. Оставлю этот угол такой размытый немножко у меня тут, чтобы не прописывать всю тыкву. Мне хочется какой-то недосказанности. Вот. Как бы был круг, он там немножко и остался. Я, наверное, вот на этом остановлюсь, поскольку мне очень хотелось сделать работу именно очень быстрой. Я вам желаю прекрасного Хэллоуина, если вы отмечаете. Если вы не отмечаете, то вдохновитесь оранжевыми и
невероятными золотыми оттенками осени, создайте какую-нибудь прекрасную иллюстрацию. Это может стать поздравительной открыткой, может быть, у кого-то день рождения, может быть, кому-то есть вам кого поздравить с чем-то или пошутить над кем-то. Акварель — это прекрасный способ проявить свою любовь к этому миру. Я вам желаю рисовать, вдохновляться и двигаться дальше по своему творческому пути. Обнимаю вас всех, пойду сохранять эфир и побегу в акварельную группу писать уже большую, серьезную акварель с девочками. Пока-пока.